Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Lada Niva Travel 2023 года. В черном цвете бензиновый двигатель, объем 1,7 литра, мощность 80 лошадиных сил. МКПП полный привод, пробег 1000 километров. Имеется камера заднего вида, установлены рейлинги на крыше. Литые диски, хорошая зимняя резина. По салону темный, красивый, ухоженный салон. Ткань не прокурена, имеется полка в багажнике. Подогрев передних сидений, кондиционер, мультимедиа, корректор фар, два стеклоподъемника, противотуманные фары, радиус ПЛКП, 97, 110, 99, 107, 111, 111. 95, 101, 106, 136, 113.